В Британии вновь заговорили о крестиках. Напомним, в 2006 году сотрудницу British Airways Надю Эуэйду уволили из-за того, что она отказалась снять крестик или перейти на работу, не связанную с необходимостью носить униформу. British Airways особенно не нравилась именно комбинация креста и униформы. Эуэйда подала в трибунал по разрешению трудовых споров, однако проиграла дело. Теперь дело рассматривается в Европейском суде по правам человека вместе с делом еще одной англичанки Ширли Чаплин, медсестры одной из крупных региональных больниц, которую тоже уволили из-за ношения креста на рабочем месте. Премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что и сам переживает по этому поводу. Но сделать ничего не может. Британское правительство не может выступать против закона своей страны. В данном случае закона о равенстве, который оспаривают заявительницы. Если суд решит, что из-за закона проистекает запрет на ношение религиозных символов на рабочих местах, то мы изменим этот закон, заявил Кэмерон. Мы сделаем так, чтобы закон ясно и понятно говорил о праве людей носить свои религиозные символы на рабочем месте.